Наши телефоны стали незаменимыми. Приложения отслеживают наше расписание, наш фитнес, нашу личную жизнь. Но что, если приложение может сказать вам, сколько... У меня 63 года. 57 лет. Вам осталось жить. Хотели бы вы знать? Что? 2 дня? Очевидно же, что это все фигня. Моя девушка тоже так говорила. Приложение знало, что она умрет. Все, что с нами происходит, это все из-за этого приложения. Мне нужен новый телефон, новый номер и провайдер. Что-нибудь еще? Нет. Ага. Приложение «Обратный отчет» — это просто случайное число с таймером. Кто на это купится? Конечно, кроме вас, клоунов. Это список людей, которые загрузили приложение. Моя сестра. Она тоже его скачала. Нам просто нужно обмануть часы хоть на 1 секунду. Ты раньше что-то такое делал? Нет, но я читал об этом дофига. А если это не сработает? Тогда тебя ждет судьба намного хуже смерти. Идем со мной. Оно будет преследовать тебя до тех пор, пока ты не пожалеешь, что родилась. Мэтт, проснись. Эй, Квин, ты меня звала?